русский язык – одна из основ нашего государства, поэтому необходимо уделять особое внимание его изучению. В Республике Татарстан накануне состоялось заседание представителей Российского общества преподавателей русского языка и литературы. Площадкой для него стал зал попечительского совета Казанского федерального университета. В рамках встречи были затронуты актуальные проблемы в сфере лингвистики, литературоведения и преподавания. Есть проблема новых территорий и проблема преподавания русского языка на новых территориях. Просто, может быть, отдельно это не делать конгрессом РАПРЯЛ, а сделать просто такой нацеленный какой-то выезд в Крым с решением, ну, в общем, сверхнасущных проблем, которые сейчас просто для страны актуальны. На форуме была выдвинута инициатива создания нового подразделения Российского общества преподавателей русского языка и литературы. В его состав войдут специалисты из Татарстана. Также была озвучена проблема нехватки преподавателей русского языка в республике. Безусловно, это государственная задача, и Казанский федеральный университет должен быть, я думаю, и будет лидером в этом направлении. Особое внимание было уделено и вопросу качества проведения подготовительных классов для иностранцев, поскольку уровень знания русского языка среди зарубежных студентов достаточно низкий. Участники заседания обсудили новые методы в изучении и преподавании русского языка как иностранного, а также предложили учебники и пособия, которые смогут заинтересовать студентов. Рамиля Мухаметшина, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захидоглы, Универ Ньюс.